В рамках национального культурно-просветительского проекта «Төрт тоқсан, төрт өнер», приуроченного ко Дню Республики, в средней школе имени Мухтара Ауэзова Ахсуатского района прошел областной айтыс ақынов среди учащихся. Мероприятие посвятили 70-летию известного поэта Сембая Жансахова. Айтыс – это поэтический жанр устной литературы, сложившийся с давних времен. Это поэтическое состязание. Главная цель организации такого конкурса – популяризация казахского национального искусства подрастающему поколению. Сегодня у нас проходит областной отборочный айтыс среди школьников. Здесь же собрались победители отборочных этапов из каждого района нашей области. Сегодняшний победитель будет защищать честь нашей области на республиканском айтысе «Хула Домбра», который будет проходить в Астане 31 числа этого месяца и 1 ноября. Главными спонсорами проведения этого айтыса является народ, родители участников, жители села. Основная цель – это популяризация айтыса. Мы должны сделать так, чтобы наши ребята были заинтересованы в нем. В айтысе приняли участие 12 молодых артистов из Абайского, Маканчинского, Уржарского, Ахсуатского, Аягузского районов и города Семей. Благодаря Даме Шапай я участвую в большом областном айтысе. Я надеюсь, что выйду в финал и отправлюсь на республиканский этап состязания. Об этом мероприятии мне сказали месяц назад, и все это время я готовился. Это первый айтыс, в котором я принимаю участие. Меня к нему подготовила Даме Шапай. Я рад этому. Я впервые участвую в айтысе. Готовилась к нему месяц. В подготовке мне помогала Динара Сисенбинова. Я намерена победить. По результатам айтыса гран-при получила Назерке Нариман, учащаяся 7 класса средней школы имени Мухтара Ауэзова Ахсуатского района. Ей вручили денежный приз в размере 70 тысяч тенге и звание «Хула Домбра». Ботагөз Дандыбаева, Рейла Малиханова, Назерке Муратхали, Нурлан Оразалин, телеканал «Семей».